Эфир телеканала «Кубань-24» продолжает программа «Артефакты» в студии Нина Манчинская. Здравствуйте! В ритме жизни жители и гости Краснодара отпраздновали 224-ю годовщину со дня основания города. На театральной площади творческие коллективы дарили свое искусство. А особенным подарком стали яркие номера от школы танцев «Арт Сальса Клаб». Это плавные движения, завораживающая мелодия и особенное настроение. Чат – это чувственный танец, танец любви, танец нежности, где пары стоят довольно-таки близко друг к другу в парах. Музыка звучит нежная и очень популярна сейчас вообще и в России, и в Европе данное направление. Зрители смогли не только насладиться красотой номеров, но и сами стали танцорами. Для всех желающих хореографы провели мастер-класс. Его участники научились базовым шагам и чувству ритма. Освоили азы доминиканского танца бачата, который называют одним из самых романтичных в мире.